господин Арчи, вам плохо? Вы хотите отдыхать? Что вам принести? Может, вам кофе в постель принести, чтобы вы сегодня встали? Или будете вы целый день спать? Будете спать сегодня целый день или пойдете гулять? Для вас не маленькая эта кровать, Арчи? Может, еще больше вам кровать принести? Или кофе хочешь в постели, Арчи? Что принести, чтоб ты встал отсюда? Что тебе принести? Мороженое, вкусняшки? Печенье принести? Хороший, хороший. Спать хочешь? Арчи, у тебя нету места? У тебя нету кровати? У тебя нету своего коврика, Арчи? Иди на свой коврик ложись. Иди на свой коврик ложись. Господин Арчи, может, встанешь? Ладно, лежи, не буду я тебе мешать. Пойдем гулять? На улицу хочешь? Не хочешь. Ты себя плохо чувствуешь, Арчи? Вот так, друзья. Арчи лежит на диване, вот так в постели, не хочет вставать. Не хочет вставать, говорит, что ему плохо, что он болеет. Да, Арчи? Ну что, друзья, подписывайтесь на канал «Приключения Арчи», смотрите наши видео, а мы будем стараться для вас придумывать новое и интересное видео. Арчи, привет передай подписчикам. Привет, подписчики!